сейчас находимся на территории Мариупольского аэропорта. Сейчас мы выйдем 1,5 километра до трассы. Значит, мы за прошлый год полностью... А вот прямо перед нами, Владимир Ильич, это школа с бассейном. Вот это вот? Да, вот, вот прямо перед нами огромный. Такой с мягким покрытием, чтобы дети могли играть. Парк. Значит, есть парк прямо с набережной, тоже сделать какие-то задания, крепости. Вот мы с вами сейчас... Это вот мы когда въезжаем.